Всем привет и добро пожаловать на наш канал Family Hobby. Сегодня я приготовлю простой, но безумно вкусный салат с куриной грудкой и шампиньонами. А вы подписывайтесь на канал, ставьте лайк. Для приготовления нам понадобится куриная грудка, грибы, яйца, огурец, лук, кукуруза, укроп, майонез, соль, перец по вкусу. Для начала почистим и хорошо промоем грибы, а потом нарежем их. В сковороду добавляем растительное масло и обжариваем грибы до готовности. В конце солим и перчим по вкусу. В то время, как готовятся грибы, отвариваем яйца, остужаем и мелко нарезаем. Также мелко нарезаем лук, укроп и огурец с соломкой. Далее нарезаем на небольшие тонкие кусочки куриную грудку и обжариваем в масле на сковороде до готовности и румяности. Остывшую куриную грудку нарезаем соломкой. Итак, когда все ингредиенты готовы, можно их соединять. В конце добавляем майонез, солим, перчим по вкусу, перемешиваем и салат готов. Как видим, салат получился очень аппетитным, вкусным и красивым. Если вам понравилось наше видео, ставьте лайк, подписывайтесь на наш канал, готовьте с удовольствием вместе с нами. До новых встреч, всем пока!